К слову, тысячи людей на этих выходных соберутся на один из главных фестивалей Заполярья – Териберка. Его проводят в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Музыкальные звезды, десятки экспертов, арктическая кухня – лишь часть того, что ждет участников. Арктический фестиваль Териберка пройдет в седьмой раз. С каждым годом спикеров, приглашенных звезд, тематических площадок, да и просто участников становится все больше. Проводится событие в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и включает в себя не только развлекательную программу. Оно позволяет вовлечь в обсуждение актуальных тем как широкий круг экспертов, так и непосредственно жителей Севера. Мы немножко включаем и деловую часть в наш фестиваль, и здесь важно, что это не диалог в галстуках с докладами, а это как раз обсуждение общих идей, общих смыслов, когда приезжают и федеральные, и региональные спикеры, и мы ждем и наши муниципалитеты. Будет несколько ключевых тем, естественно, главная тема – это экология. Впрочем, и отдохнуть можно будет с размахом. Планируется больше сотни активностей, мастер-классы, квизы, экскурсии и игры. На площадке «Природный парк» гости смогут оседлать коней, на видовой точке кладбища кораблей пройдут поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. Запланирован и кинофестиваль с показами фильмов о северных территориях России. Это бургер с олениной. Томленая оленина, разделанная на волокна, подается с красным коулслоу. Красный коулслоу – это у нас красная капуста, морковка, майонез и соус ворчестер. Не только посмотреть на Северную и попробовать его на вкус. 27 представителей ресторанной индустрии Мурманской области представят блюда арктической кухни. Причем не только в формате «Еда в одной руке», но и гастрономического шоу. Это сервировка блюд шеф-поварами в нестандартном формате, когда ты видишь, как рождаются блюда, и они это делают интересно, необычно, рассказывая о культуре, о традициях. Еще одна важная часть фестиваля, которая задает атмосферу – хорошая музыка. На главной сцене в этом году выступят 13 музыкальных исполнителей и коллективов. Хедлайнерами музыкальной программы станут группы The Hatters, Cheese People, Velvet, проект Dramatics и певица Линда. Фестиваль «Териберка» пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства – фонд «Росконгресс». Попасть на праздник может любой желающий. Для удобства участников организованы дополнительные автобусы. Всеволод Краснов, Элина Шагенова, ТВ21+.